В январском послании Федеральному собранию Владимир Путин особое внимание уделил поддержке семей с детьми. Задача государственного масштаба – сбережение и приумножение народа России. Предложение президента существенно расширить программу материнского капитала, организовать бесплатное питание учащихся начальной школы, установить пособия на детей до 7 лет. Пока новые законопроекты находятся в разработке, ряд программ по поддержке семей уже успешно реализуется на территории страны. Одна из таких федеральных программ по обеспечению жильем молодых семей работает с 2013 года. Благодаря ей субсидии на приобретение или строительство жилья получили более 50 молодых семей из Славянского района. Число будущих новоселов пополнилось и в этом году. 5 семей стали участниками программы и получили сертификаты на получение субсидии для приобретения жилья. Я считаю, что у нас яркое, радостное событие, потому что мы радуемся, когда улучшают свои условия все наши жители и в наших поселениях, и в городе Славянске на Кубани. Сегодня 5 семей вот, с детками. Приятно, что вы пришли сюда. Участники нашей программы обеспечения жильем молодых семей получают у нас сертификат, да, который, соответственно, я думаю, будет уже непосредственно переведен и будет приобретено жилье. Это вы молодые. Вы попали в те рамки, в те условия, где можете участвовать в этой программе. И я вас с этим поздравляю, это не Совета муниципального образования Славянский район, с получением жилищных сертификатов. Кто-то из вас будет строить дом, кто-то получит, купит квартиру. Я думаю, что и хочу пожелать, чтобы в этих квартирах было всегда уют, чтобы рождались дети. Вот 15 января президент наш озвучил для вас, сколько сегодня различных программ поддержки. Воспользуйтесь ими, потому что вы молоды, вам продолжать жизнь и растить детей. Крепкого вам здоровья, семейного благополучия, пусть в ваших домах всегда будет смех, радость и уют. Большинство семей, что получили сертификаты, многодетные. У Светланы Шевченко из хутора Барниковского 4 детей. Благодаря полученной субсидии семья планирует переехать в город. Дом уже присмотрели. Мы собираемся приобрести жилье. Так как у нас многодетная семья, мы хотим купить домик, поэтому и нам домик нужен именно в городе. Потому что у нас детки требуют лечения, двое деток, прям серьезное лечение. А так мы очень счастливы, мы этого, скажем так, долго ждали. Мы очень хотели получить сертификат, чтобы приобрести жилье. Супруги Мартаяс тоже многодетные родители. У них трое детей. Благодаря помощи государства они смогут значительно улучшить свои жилищные условия и купить большой дом, в котором будет уютно и комфортно их большой семье. Мы очень рады, что все-таки получили, мы год к этому шли. Документы много всего сдавали. Что мы будем покупать? Дом. У нас семья большая, нужен большой дом. Без этой программы у нас бы ничего не вышло. Не было бы у нас своего жилья. А так, перспектива есть. Очень рада. Спасибо большое. Программа продолжает действовать. По вопросам участия в ней можно обратиться в администрацию города или в управление строительства администрации района. Телефоны для справок 430-95-430-70. Специалисты администрации расскажут о порядке вступления в программу, помогут собрать необходимые документы. Анна Монастыренко, Георгий Калинин. Программа «События».